Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go Show, и сегодня у нас очередной челлендж папы vs мамы. И у нас сегодня на повестке дня настольная игра «Красные цвета». Приобрели мы ее в Игроведе, ссылочка будет в описании. Как мы поняли, эта игра не только развивает творчество у детей, но также приучает к аккуратности, внимательности. Сейчас почитаем правила, немножечко расскажем. Ну и сыграем. Посмотрим, кто победит. Дитя, чьей команде будешь? Папиной или маминой? Маминой. А кто из вас будет закрашивать, кстати? Я, наверное. А ребенок будет тренироваться? А он потом один. И еще, друзья, у Игроведа есть музей настольных игр в Санкт-Петербурге. Если вам интересен влог, пишите об этом в комментариях, посмотрим, может быть, съездим, снимем обзор. Ну что, поехали, играем в «Красные цвета». Раз, два, три, гоу. Ну так, что, переходим к первой части, к распаковке. Вы давайте пока разбирайтесь самой игрой. Я почитаю правила. Коробочка уходит в стороночку. Вариант для экспертов, это не для нас. 55 карт с картинками, 5 двусторонних карт для подсчета очков, 6 маркеров с стирающимся колпачком, колпачками, сумочка, игровое поле. Это сумочка, игровое поле, друзья. На одной стороне карты накрашена, не раскрашенная картинка, как вы видите, да? Не раскрашена. Кораблик, кстати. Смотрите, друзья, кораблик вот у нас. Не раскрашенная картинка. А на другой та же картинка, только в раскрашенном виде. Смотрите, друзья, не раскрашенная в раскрашенном виде, не раскрашенная в раскрашенном виде. Цель игры – запомнить цвета на разноцветной стороне карты, а затем переверните карту и как можно скорее раскрасить ее точно так же. После 4 раундов, а задача с каждым раундом будет усложняться, станет известно, кто из вас самый быстрый, самый внимательный и при этом самый аккуратный. Видите, еще скорость. А, вот еще что мы развиваем – это реакцию. Внимание, реакцию. Ну, творчество, конечно. Подготовка к игре. Расстегните сумочку. Сумочку мы расстегнули и положите ее в качестве игрового поля в центр стола. Поместите 6 маркеров на образовавшееся игровое поле. Ну вот что сделать, ничего себе. Каждый игрок берет себе карту для подсчета очков и кладет ее на стол рядом с собой стороной со змейкой вверх. Перемешайте карты с картинками и поместите колоду нераскрашенной стороной вверх. Увидите, что все карты в колоде лежат одной той же стороной. Ход игры. Игра длится 4 раунда. Каждый раунд проходит в следующем порядке. Самый младший игрок берет верхнюю карту колоды и кладет ее перед собой, не глядя на ее разноцветную сторону. Затем игрок слева от него делает то же самое и так далее. Ну, короче, берем карты сначала. Денчик, ты слышишь? Мы сейчас ты и я берем с тобой карты. Все игроки берут свои карты в руки. Один из игроков считает до 3. На счет 3 игроки одновременно переворачивают карту разноцветной стороной вверх и пытаются запомнить, как раскрашена каждая область картинки. Вот видите, еще и память тренируем, друзья. Как только игрок считает, что он все запомнил, он переворачивает свою карту, кладет ее на стол не раскрашенной стороной вверх и может приступать к раскрашиванию. Каждый игрок может потратить столько времени на запоминание цветов на карте, сколько ему потребуется. Но как только игрок перевернул карту не раскрашенной стороной вверх, переворачивать ее обратно и посматривать нельзя. То есть можно не начинать раскрашивать одновременно, представляешь? Раскрашивать непосредственно саму карточку. Покрытие карточки позволяет стереть следы маркера. Так, конец раунда. Когда кто-либо из игроков раскрасил все 6 областей картинки на своей карте, он должен положить только что использованные маркеры обратно на игровое поле и сказать «Стоп!». После этого остальные игроки могут раскрасить или закончить раскрашивать одну область тем маркером, который они держат в руке в этот момент. И потратить на это столько времени, сколько для этого потребуется. Брать другой маркер и раскрашивать дополнительную область картинки после того, как раунд был основан, нельзя, понятно? А в то время ты будешь засекать. Ты слышишь? То есть ты в любой момент переворачиваешь. Я могу и еще сидеть запоминать. Начинаешь раскрашивать. А останавливается, когда кто-то первый раскрасил, сказал «Стоп!». Очки начисляются следующим образом. Если полностью и аккуратно закрашено правильный кусочек, да, это 2 очка. Если не тем цветом, но аккуратно закрашено 1 очко, в остальных случаях 0. А, подготовка к следующему раунду. Все игроки колпачком стирают следы маркера с карт, которые раскладывают, кладут эти карты в сброс. Затем самый отстающий игрок, из таких игроков несколько, выбирает 2 маркера и меняет местами колпачки на них. В следующем раунде выбираем 2 маркера проигравшие. Ты меня слышишь, Денис?
и меняет колпачки на них, на марках. Вот так. Папа, вот. Убери мне зеленый цвет. Менять местами колпачки? Да, классно. Ты запоминай, маме помогай. Можно только на тех маркерах, на которых в этой игре их еще не меняли. Это ничего. Менять колпачки местами можно только на тех маркерах, на которых еще эти колпачки не меняли местами. Таким образом, во втором раунде будет 4 маркера с несоответствующими по цвету колпачками, а в третьем раунде 2. А в финальном раунде у всех маркеров будут несоответствующие колпачки. Цветочки, да? Ну что, поехали, сыграем? Надо... А там папа есть. Папа. Чем ты не разобрала? Это фиолетовый, мам. Еще аккуратно важно, как они снимаются-то. Диня, ну-ка, мама, отдай Дине маркер. Я еще такой аккуратист, что... Мам, не так, не так. Не желтый? Не желтый. А что, какой? Нельзя подсматривать? Не желтый. Есть желтый маркер. Угу. Папин, смотри как. А папин точно там... Был оранжевый. Нет, там... Оранжевый был, вот этот. Диня, ты запомнил правильно? Ты маме говори, что она неправильно делает. Вы вдвоем в команде. Помнишь, где красный листочек был или листочек? Листок. Листок красный какой? Это ты у нас у ребенка, если вы сейчас все правильно закрасите, то что у него феноменальная память. Так. Тот был зеленый. Это зеленый, да? Вот этот зеленый? Нет. Какой? Тот зеленый. Вот, а я могу стирать или не могу? Нельзя стирать. Нельзя уже стирать, Денис. Нет, там стирать. Поэтому слушай Дениса с лечебным. Везде зеленый, Настя. Там был другой две найдем. А где сколько? Этот я помню. Ладно, я наугад сейчас, наверное. Я у меня как бы помнишь, что яичко зеленое было? А ты что, уже сейчас закончишь, что ли? Да. Главное, неправильно закрасила. Не тот. Все, пап. Я могу докрасить то, что я начал. Ну что, переворачиваем? Так. У меня... Короче, у меня три правильных. У меня три правильных. Оранжевый, красный, фиолетовый. У меня правильно. Оранжевый, красный, фиолетовый. Смотри, аккуратно закрашиваю все у меня. У меня есть пробелы белые. Это не пробелы. Это я возюкал, и почему-то возюкал, если белым становился. Фиолетовый, правильно. Оранжевый желтый. Неправильно, зеленый неправильно, желтый и красный. 3-3 получается. Настя, ну, давай. У вас аккуратно закрасим. А, вру, Настя, у вас больше очков, смотри. Настя. Сейчас объясню. Если неправильным цветом, но аккуратно закрашенным, это одно очко. Поэтому получается у вас, смотри, закрашивайте. У вас фиолетовый 2. Мы будем, наверное, змейку закрашивать. Мне кажется, ты точно закрашивать. Змейку можно закрашивать. Ну, закрашивать. 2. Фиолетовый. Давай закрашивай. Сейчас сотрем. Короче, рисуйте себе правильно и аккуратно закрашенные по 2 и по одному неправильно. Я вот тут красный закрашиваю. У меня получается аккуратно закрашенный 1. Это 1 очко. 2, 4, 6. У меня 6, 7. 7 очков у меня. А у меня? А папе сотрешь день? Стирай папе. Ну, мам, ну посчитай. Ну, мне все стерли. Нет, у меня, во-первых, 7, 5, у меня 6, больше? У тебя больше. У вас было 3 правильных цвета, остальные были аккуратно закрашены. Ты посчитать можешь? Можешь. 6 очков плюс 2 аккуратно закрашенных. А, 3 аккуратно закрашенных. 9? Ну, 9. Закрашивайте 9. Пока что папа проигрывает, мама с Дэном в лидерах. Ну что, продолжаем? Это у нас спрос. Давай, еще цветочек. Так, я проигравший, я меняю цвета. Дай папа держи. Запомни, еще память тренирует. Дай Дине цветок, держи, пожалуйста. Конечно, держи, Диню. Держи. Можно, зеленый. Мам, открой зеленый цвет. Ну что, что закрашиваем? Снеговик или елка? Снеговик. Все, вы снеговика, я елка. Поехали.
которые мне нужны. Так. Мама, дай Дине пора разукрашивать. Дайте я вас догоню. Твои проблемы, как говорится. Дин, ты что маме не подсказываешь? Мама, не так. Не так, Настя. Да, запоминай это. Настя, не так. Не так, папа, не так. Надо там было зеленым. Подожди, подожди, не переворачивай. Вот зеленый. Что ты? Если ты взяла, то уже взяла. Да? Да, я думаю, что да. Тоже. 4 запомнил из 6. Друзья, а сколько вы запомнили цветов в этом раунде? А я же никому не показал, наверное, да? А Дима тоже зеленый забал. Да? Я вас в этот раз обгоню, да? Так, отдай мне зеленый, мне нужен. Отходите. Да нет, если у вас последний, то ты его успеешь закрыть. Надеюсь, что у меня правильный порядок. Лепесток зеленый. Мама, Денис говорит, нет, зеленый. Ну, я закончу. Ты говорила за стоп. Ну, вот я заканчиваю область. Найди зеленый лепесток. У папы зеленый. Так, ну все, проверяем. Значит так, у меня елка. О, ха-ха, я угадал, прикинь. Да? Друзья, смотрите. Желтый, голубой, красный, фиолетовый, зеленый, оранжевый. Желтый, голубой, красный, фиолетовый, зеленый, оранжевый. Та-да! Я перепутала один цвет. Так, какой ты перепутал? Так, давайте, снеговик. Снеговик. Можешь наводить на паузу посмотреть. Пузо красный. То есть два цвета перепутал, потому что у тебя получается красный. Пузо с ногами перепутал. А я как раз красно-зеленый местами еще поменял. И в мозгах. И в мозгах у тебя поменялся. Смотри, у меня закрашено аккуратно, а у тебя как? Итого, у тебя 2, 4, 6, 8, 9, 10 очков. А у меня, друзья, смотрите, какая аккуратная у папы елочка получилась. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ага. Диня, пока стирай папин, ну, самое. Или стирай. Стирай пока, щеточки. 12 я закрашиваю. Стирай. Да. Два. Еще тренировки. 10. После 10 закрашу. Какой циферка идет день? Что, я вас догнал? Один, закрашу меня. Тебе 10 надо закрасить, да? И ты еще меняешь местами еще два маркера. Да? Да. Это твое? 5, 6, 7, 8, 9. О! У нас с вами одинаковое количество очков. Папы, сила! Убираем. Берем еще по одному. Ой, кому зайчик с пропеллером достанется? Молодец, сейчас. Меняй местами два цвета. Достанавливай. А ты посмотри лапу, что ли? Да. Вот это зеленый. Вот тут, понимаешь, тут надо глаза закрывать, чтобы не подсмотреть. Мама! Сейчас оранжевым закрасим. Так, все, убирайте. А, облачко с солнышком или самолетик? Что за краш? Ты самолетик. Все, поехали. Солнышки. Держи. Голубой. У нас такая гробовая тишина. Пытаемся сосредоточить. Дин, а ты маму-то контролируешь, она правильно закрашивает-то? Дай, пожалуйста, мне цвет, я тебе отдам. Держи, пока. Держи. Держи вот этот. Так, у нас с тобой
кого память-то феноменальная? Это я мальчик с феноменальной памятью или ты девочка с феноменальной? У меня уже память вот так. Дайте мне крышечку. Ого, ты уже там все области подзакрашивала? Да нет, я на обум. На обум? Рассчитываешь на простую победу? Зеленый. Тут уже на скорость пошла игра. Так. Кто из нас? А, у тебя там еще есть? Отдай! А какой? Ну клади, что ты не знаешь? Так, а у нас он был? Где? Вот здесь, наверное. Я успел начать. И стоп, тем более не сказал. Стоп. Ну, я это крашиваю и все. Мам, где твоё хрустение? Интересно, я угадал? Я опять два гадал. Это рисовал или то-то рисовал? Я рисовала самолёт. Так, ну что, давайте сначала моё проверим. Так, два цвета я не угадал. Красный... Нет, солнце на месте. Красный, голубой, правильно, оранжевый, желтый. 2, 4, 6, 8. Ну, аккуратно закрашен. У меня 10 очков. Друзья, вот, пожалуйста. Оп, самолет желтый, фюзеляж неправильно, здесь неправильно, пропеллер неправильно, крыло неправильно. Все неправильно, все по одному очку, только к тому же закрашено аккуратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 очков у мамы с Дэном. Дэн, ну помогай маме, мама вообще... 6 и 10, и закрашиваем. Твое, Дэн. Давай. Самолет. По-моему, я выиграю, мне кажется. Ты аж навшивость такой. Меняйте последние два колпачка, Алексей. Помнишь, какие сейчас? Что? Нет, что? Давай, ой, я стираю по основному рисунку. О, классная игра, да? Очень дай клёво. Столько всего тренирует. Давай, пачка. Так, ну что? Кинь, рыбка или ракушка? У нас морская тема под занавес. Рыбка или ракушка? Ракушка вам, мне рыба. Поехали. Мама, так можно? По-моему, если маркер взял, надо закрашивать. Да? Что за мухлёж такой пошёл? Напоминаю. И тут специально же цвета меняют местами. Так. Деня, следи за мамой. Ты, мам, правильно цвета запомнила? Ты запомнил цвета? Не, не мама, не правильно. Ну-ка скажи ей, какой цвет у нее неправильный. Ну-ка быстренько. Мам, возьми зеленый. Вот, зеленый. Так, еще мне кажется, на самом деле тут надо военную хитрость брать и закрашивать сначала маленькие области. Ну тут, конечно, главное еще запомнить цвета там, запомнить цвета сям, да? Да? Угу. Да, ты как считаешь? Я не смогу. Так, ты уже брала зеленый, да? А если могу, взял, видимо, надо красить. Я знаю, что я неправильно взял, но я честно крашу. Мам, ты поставилась. Так. Так, зеленый с красным был поменен. Что? Да? Нет. Так, ну я в последнем раунде. Но зато у меня, смотри, желтый правильный, фиолетовый правильный, 4 очка. Ну, это неправильно, но аккуратно закрашен. А, красный правильно. Смотри, 2, 4, 6, 2, 4, 6. И это аккуратно 7. У меня 7 очков, друзья. Сколько у вас? Смотрим у мамы. Красный, нет. Фиолетовый, нет. Желтый, да. Голубой, да. Оранжевый, да. Зеленый, да. 2, 4, 6, 8. 10 очков. А у меня 6, да? По-моему, у нас ничья. Так, а ты не помнишь? Не, добавишь 10 очков. Да. У меня 6. А, почему 6? У меня 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Теперь считаем ваши. Отдайте мне. А где был голубой? Один. Один не голубой. Мам, у тебя сколько очков? 10, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И ты не поверишь, папа выиграл. Да? Смотрите, друзья. Ну, я на одно очко. Это было реальное испытание. Вот, смотрите. Сегодня папы wins, мамы lose. Пап, тебя wins. Я wins? А ты в моей команде. Друзья, вот такая была классная игра. Скоростные цвета называется. Компания Игромед, которую мы купили там, да? Ссылочка в описании. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе наших самых свежих новостей. А еще пишите, хотите ли вы влог из музея настольных игр в Санкт-Петербурге. До новых встреч, друзья! Пока!